Круг задач, который мы ставим перед форумом, вполне конкретен. Первое – это ответить на те вопросы и те задачи, которые сформулированы в стратегии развития города. Ответить на те вопросы и те задачи, которые формулируют сегодняшние промышленные предприятия, учреждения здравоохранения, учреждения образования, культуры, сферы ЖКХ. И наша задача сделать с помощью IT-технологий, коммуникационных технологий, жизнь в нашем городе комфортной, безопасной, интересной, креативной. Ну и на этом фоне, конечно же, чтобы бизнес от IT-сферы получил мощное развитие. Развитие IT-технологий, открытость, развитие информационно-телекоммуникационной сети интернет влечет для себя и некие угрозы. И я бы хотел на этом особо заострить внимание. И прежде всего, это распространение персональных данных граждан Российской Федерации. И особенно детей, персональные данные детей. Сегодня мы видим, что на территории нашего региона увеличение жалоб по незаконному распространению персональных данных наших волочан увеличилось в этом году в 6 раз. И цифра составляет примерно 139 обращений. Это за 9 месяцев этого года. В том году было 134. Это вызывает некую такую озабоченность. И, так скажем, мы все должны проявить некую ответственность. Следующий вопрос. Это распространение в сети интернет запрещенной информации. И прежде всего связанной с распространением наркотиков, детской порнографии и суицида. Здесь наша служба проводит активное участие в блокировании этих сайтов. Мы проверяем активизацию всех операторов связи, которые оказывают услуги телематических услуг, услуги на предмет того, как они занимаются блокировкой и выгрузкой той информации, которая подлежит блокированию. И сегодня еще хочется отметить такой аспект. Сеть интернет является очень мощным распространением экстремистских материалов. И в условиях нашей внешнеполитической обстановки, внутренней обстановки, социально-экономической обстановки это очень сильная угроза вообще, так скажем, для нашей стабильности и безопасности развития нашего региона. Было бы неплохо, чтобы форум появился еще и на муниципальном уровне, который бы рассказывал о технологиях, которые используют в управлении городом, управлении муниципалитетом, во взаимодействии с населением, с бизнесом на соответствующем уровне. И я уверен, что этот форум – это только начало, и он будет полезной площадкой для обмена опытом на муниципальном, межмуниципальном уровне, о том, чтобы рассказать о бизнесе, который работает в муниципалитете, о том, чтобы построить правильные современные коммуникации с населением.